Я не разрешала съемку себя. Я не разрешала съемку себя. Сама закрой свой рот, понятно? Ушла отсюда. Ушла отсюда. Каморка скрылась. Ты охуел, что ли, блядь, меня гнать отсюда? Ты чё, ёптай, мать? Умный, что ли? Выйди, блядь, слабо. Ты кто? Ты матом-то не ори в общественных местах-то, а? Выйди, слабо. Матом не ори в общественном месте. Овца ты, понятно? Как разговариваешь, а? Как хочу, так и разговариваю, блядь. Вы по какому выбору? Не по нашему? А вы по какому вызову? По какому вызову? А кто вообще звонит? Кто? Гражданин. Гражданин. У вас какая-то организация. Нет, нет, мы обычно. Организация потребителей. Старшая ваша организация. Все старшие. Всем по 18 лет. Я не про возраст. Вызову. Для того, чтобы вы исполнили закон о полиции. Пункт 5. Представились. Звание, должность. Ну, поскольку вы обратились продолжайте. К сотруднику, к гражданину Российской Федерации. Я не обращался, это вы ко мне обратились. Значит, не обратились. Вы уже начали диалог уже. Я спросил, установил, кто меня вызывал. Вас пройдемте все вызывали. В кабинет. А, тут коррупционная составляющая пошла, да? Вы можете проследовать домой. Куда? Кабинет. А как нам обращаться? А зачем мне туда идти? Нет, просто мы что прям значит? Совсем этим, что ли, пойдем? Мы совсем вот этим пойдем? Так это все будет здесь, и все это будет писаться заявление. Да, протокол принятия устного заявления. Да и вообще, в принципе, кто вы? Кто? Вы кого вызывали? Сотрудника я полиции. Сотрудника полиции. Я пока не вижу сотрудника полиции, поскольку он гражданину вообще вы голос обычно. Не повышайте. Я, во-первых, не повышаю. Это все, мой рабочий кто голос. Выписать заявление, скажите. Для начала я выскажусь. Как гражданин Российской Федерации, на что имею полное право высказаться, свое мнение высказать, вслух причем, а не быть терпилой и затерпилиться. Выражаться не надо. А как я выражаюсь? Привлеките меня, если я выражаюсь. Вы кто? Вы кто? Масочку натяни, иди гуляй. Для начала. Я вас прошу, кто вы? Гражданин, на кого вообще в принципе похож? Ну, какую организацию представляете? А я организацию разве сказал, что представляю? Да, я вас спрашиваю, устанавливаю. Кто вы? Я гражданин Российской Федерации. Кто из вас будет писать заявление? Все будут писать. Хорошо, пройдемте писать. Куда? Могу в отдел полиции пригласить. Можем. Все будет на месте. Все будет написать на месте, и то все будет здесь. Кто будет конкретно писать? Протокол принятия устного заявления. Да. Да, во-первых, для начала представьтесь. Я сотрудника полиции пока не вижу. Убирайте. У нас сотрудники полиции представляются гражданам Российской Федерации. Убирайте, я вам покажу свое удостоверение. Сейчас, спусти камеру. Я не смотрел. Я не смотрел. Ознакомился? Дополнил ознакомление. Ну, я не ознакомился. В принципе, я даже... Кто будет я не знаю, кто это вообще. Скажите мне. Лазовите. Да. Ну, пойдемте писать. Нет, куда? Здесь. Мы не имеем права заходить в подсобное помещение, сотрудник полиции. В моем присутствии можете. Мы не имеем полное право туда заходить, поскольку у нас нет санитарных книжек. При чем здесь санитарные книжки? При всем, при том, следует? Что это торговое предприятие. Хорошо, давайте проследуем в отдел полиции. Какое отдел, место происшествия где? В отделении место полиции происходит? Заявление можно... Место происшествия где происходит? В отделении полиции? Мне стоит предлагать? Можете стоит. Или может мне наклониться вот так, тут, что вы писали? Можете так наклониться. А больше ничего не надо? А я не знаю. Это вы предложили, не я. Но мы можем попросить, может, на колени нам... еще встать, чтобы вы начали служить? Вы можете сделать все, что угодно. Я вам это не предлагаю. Директор магазина «Перекресток», испытателей 27. Кстати, заснять, сколько просрочки было. Столько просрочки мы нашли. Что указываю? А, вот это. Не-не-не, вообще. Что приснять? Вы пришли или как? Пришел 27.02. В составе группы, сам по себе. Как? Сам по себе пришел. 13. Для чего? До каких целей? Для приобретения качественных продуктов. В торговом предприятии 13.56. Ну, это покупка была. Пришел где-то, наверное, в час. Кирилл, отвлекитесь. Ой, пишем все. Что, вы приобрели, вы обнаружили дальше что? После... Просили обменять там или как? Нет, я не просил обменять. Просто сразу. А его нет, аналогичного товара качественного. Нет, вы можете вернуть деньги, просто... возврат или что-то. Требования были какие-то?
после уже сейчас... Не требовали, не вылегали, да? Нет. Просто позвонили. Я хотел воспользоваться службой спасения 112. Чек есть у вас? Да, вот он, электронный чек. Такого кассового нету? Нет. А почему он? Ну, он здесь заверен, чек действителен. Нет, вам его не дали или вы уничтожили, почему? Это я его приобретал через приложение. Все, я понял. Я говорю, познакомься. Ну, к кому мне сейчас выходить? Вдруг вы меня изнасилуете? Я обязательно вас изнасилую. Обязательно вас изнасилую. Заявление. Можно на минутку заявление. Вас? Я не разрешала съемку себя. 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 Я не спрашивал. Да, должен спросить. Нарушение. Обязан? Да? Да. Точно? Точно. Это нарушение прав человека. Да. Уверена? Уверена. Точно? Почему Володя? Да хоть тебя я не знаю, как тебя зовут. Тебе какая разница? Я тебя не обязан учить. Я не обязан вас учить. Просто... Пойдем, мы будем сюда, я тебе объясню, что. Чтобы там не было ничего, никто не слышал. При камерах, при камерах, да. Слышишь? Я тебя буду лучше слышать. Ты что такой бестолковый? Деревянный бестолковый. Все похожи. Да что здесь тогда пойдем? Все, здесь два. Сама закрой свой рот, понятно? Ушла отсюда. Ушла отсюда. Каморка вскрыла. Ты что такая борзая-то, а? А ты что такой чё умный? Такой борзый? Помогатели долбанные, вы что здесь устроили? Что такая борзая? А ты что помогатели? Вы ты здоровы, вы помогаете товарищ в магазине. Ты уверена в этом? Уверена! Да? Да. А по-другому будет разговаривать, пойдем. Иди отсюда лучше. Помогатели! Иди отсюда! Ты охуел, что ли, блядь, меня гнать отсюда? Ты так разговариваешь? Ты что, ёптарь, мать, умный, что ли? Ты? Выйди, блядь, ты кто? Ты матом-то не ори в общественных местах, да? Выйди, слабо! Матом не ори в общественном месте. Овца ты, понятно? Как разговариваешь, а? Как хочу, так и разговариваю, блин, с ней. Матом тут орет на весь магазин. Это нормально? Чем? Оскорбил ты ее, а? Ты послал ее. Пускай во-первых. Заявление пишет, если оскорбилась. Да такой, понимаешь, такой вот. Что такое? Что такое? Ты можешь написать. Ты какое ничтожество? Я тебе говорю, пойдем, будем поговорить. Да пойдем. Пойдем. Камеру убирай, камеру оставляй. А что ты ссышь, что ли, на камеру, да? Слышишь? Что ты на камеру ссышь, что ли? Ты без камеры ты потом ссышь. Ты ссышь на камеру? А ты без камеры. Вот иди ссы в кусты, понятно? Как ты сейчас сказал? Парашники. Ты кого назвал парашниками? Тебя и ее. А что такое парашник, ты знаешь? Знаю. Парашники. Это кто такие? Ты загуглишь в интернете. Вымогатели долбанные. Захочешь, загуглишь в интернете. Слушай, смотри, тебя макали уже туда. Да? Да. Тебя тоже, наверное, чаще, наверное, туда макали. Да здесь не в части дело-то. Все, идите. Я тебе сейчас на камеру ебал разобрал. Да? За нападение сотрудника СМИ 144-я статья будет. Хочешь? А ты давай. И по 144-й сразу на 6 лет поедешь, понял? Ты что, юрист, блядь? Я прошу показать свое удостоверение. Ты что матом-то орешь в общественном месте, то, а? Молодой человек. Че ты орешь матом-то вообще? А ты попробуй. Блядь, легко. Попробуй. И камеру заберу. На 6 лет сразу. И камеру заберу. На 6 заберу. Лет сразу. Опа. И камеру заберу. И да, что ты заберешь-то? Да что ты говоришь-то? Не докажет. Конюшня, твой дом родной. Но ты чмошник. Ты чмошника увидишь в зеркале дома, понятно? Камерой, ты чмошник увидишь в зеркале дома. Дома ты увидишь, да. Чмошника. Ты дома увидишь чмошника в лице, говорю, себя. В лице себя ты увидишь. Чмошник. Понятно? С камерой. Чмошник с камерой. А ты парашник. Ты чего стоишь, вымаливаешь? Я боюсь. Ты чего стоишь-то? Я боюсь вас, вы что? А что тупорылый? А ты-то кто? Вы тут что устроили, дебилы? Тебе какая разница? Мне большая разница. Ты при детях матом ругаешься. Мне большая разница. Ты при детях матом ругаешься. Это твое мнение. Говорю. Все. Вот еще одна угроза. Колено сломать. Нет. Что нет? Сука, блядь. Что у вас здесь случилось? Что? А вы кто вообще? Михаил меня зовут. Михаил? Ну, вам же интересно, как меня зовут, да? Я правильно понимаю? Ну, вы же обратились. Да, я к вам обращаюсь. Меня зовут Михаил. Что у вас случилось? Ничего не случилось. Я смотрю, у вас назревает конфликт. Моя же задача согласно 45-й статье Конституции предотвратить какие-то... Ты же хотел вызвать. Ты же хотел вызвать. Нет, ты мне сейчас статьями какими-то... Ты же хотел вызвать изначально, минуту назад. Что, затерпилился, что ли? Терпилился? Ты рукой меня не трогай, понятно? Я тебя не трогал. Да? Да.
слушай, на камеру-то засек? Конечно, засек. Нет, не засек. Конечно, засек. Ты отвернулся в тот момент. Да? То есть смотри, еще вторая камера есть. Третья в жопе у вас. У тебя, возможно, да. Дубль два. Зрители, распознайте вот это вот лицо. Напишите мне в комментариях, кто это и как его зовут, и с чем его едят. Че, лицо пытаешься мое поймать? Да уже давно поймал. Да. Да. Ты свою в жопу не поймал? Вот, да? А ты свою в жопе поймал, да? Я тебя спрашиваю. А я у тебя спрашиваю. Ты просто отвечаешь. Ну ты же ловишь, ты же ловишь пятой точкой что-то. Ты же ловишь пятой точкой что-то все время. Поэтому я у тебя и спрашиваю. Прячется. Ты не прячешься? Я нет. Правильно. Не надо. От кого мне прятаться? От таких, как не ты, что ли? От кого прятаться. В очередь вставай, чтобы мне что-то сделать. А ты уверен, что не работаю? Поработай. Ты уверен, что не работаю? Не работаешь. Да? Да. Ты обознался. Сядь дома, посиди, выпей. Да? Успокоишься, да. Может быть. Корвалольчику хряпни. А тебе-то что? Пустырнику хряпни. Вот просто дебил. Дебила ты в зеркале увидишь с утра пораньше. Вот, я уже вижу дебила. Да ты дома его увидишь. Ты его дома увидишь, в зеркале. Работать иди. Хотя у тебя, наверное, иди зеркала работать. Нету. У тебя, наверное, зеркала дебила нету. Дебила вижу вот сейчас. Я тоже его вижу, передо вот. Мной стоит. Вот, ты тоже его видишь, ты даже знаешь, что... В кепке в черной куртке, знаешь, в джинсах и в черных кедах. Да, о, еще один, блин, с камеры стоит, дебил. Только заметил, да? А что ты замечаешь? Медленный газ, да? Я уже полчаса стоял. Медленный газ? Да, медленный газ, да не тормоз, да. Уча, я стою. Вы реально дебилы, блядь. Других слов. Идите, а знаешь другие слова? Идите, работайте. А иди русский язык поучи, кроме слова дебилы, иди русский язык поучи. Он больше ничего не знает. Ты по тебе-то видно, что... По тебе, да, ты, конечно, по тебе видно, водочку хряпнул, и вообще Наполеон. Здесь. Первый канал идешь по Наполеон это ты. А, я Наполеон. Да. Ну понятно. Не, он Кутузов, он не Наполеон. У тебя ты тоже Кутузов, Наполеон. Да? Нет, он Кутузов, вы Наполеон, он Кутузов. А, он Кутузов, да. А я Наполеон, да? Да. Нет, только он не хряпнул. Русский, знаешь. Русский Наполеон, как вам удобно. Давай, мужик, иди хряпни. Да, слушай. Иди корвалольчику хряпни, а то, может, еще пустырнику. Долбоебы. Вот три долбоеба стоят, блядь. А, уже три, да? А вот четвертый. А сколько вас? А сейчас четыре будет. А может, у тебя в глазах троится, а? Может, белки? Да, да, да. Да, может, наколки пора уже. О, блядь. О, да. О, нихуя себе. О, да.